a mouse, cause I'm an albatross. Приветствую всех на своем канале. Сегодня мы поговорим о таком проекте, как Cartesi. Cartesi — это проект, который предлагает использовать инфраструктуру Linux для масштабируемых децентрализованных приложений, то есть DApps. Ведь на данный момент при наличии огромного количества блокчейн-проектов еще остается актуальной проблема масштабируемости для всей сети и также отсутствие в ней функционала для разработчиков. Еще одна особенность Cartesi — это то, что приложения являются гибридными, и они включают в себя не только блокчейн, но и сторонние компоненты. Например, как на данный момент существует Cartesi Machines. Давайте же поговорим о технологической составляющей Cartesi Machines. По-другому, это вычислительные мощности Cartesi. Это полностью автономная система на операционной системе Linux, которая работает на детерминированной RISC-V архитектуре, где узлы мгновенно взаимодействуют со всеми мощностями Cartesi посредством быстрого определения хост-интерфейса. Расчетная стоимость в этой системе — это только определенный алгоритм хранения и времени, необходимого для расчета определенной задачи. Система никогда не будет тратить на обработку заданий времени и усилий больше, чем это необходимо в каждом индивидуальном случае. И таким образом Cartesi практически устраняет разрыв в мощности и вычислении между смарт-контрактами и традиционными компьютерными системами, ведь из-за уникального решения команды Cartesi разработчики смогут решить практически все задачи, при этом не обращая внимания на ограничения, которые накладывает технология блокчейн. Ведь разработчики оставили только самые необходимые функции только для формирования консенсуса в сети. Для монетизации проекта разработчики выпустили токен на базе Ethereum и со стандартом ERC-20. И он называется одноименно с этим проектом, а сокращенно его название CTSI. Общая эмиссия этих токенов составляет 1 миллиард. Команда разработчиков поставила четкую цифру для хардкапа, он составляет 5 миллионов долларов США. Ну что ж, на этом у меня все. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Оставляйте комментарии, я буду рада их читать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки под это видео. Всем до новых встреч, пока-пока!